место для установки стиральной машины. Здесь, если немножко переделаем, здесь сделаем низковато, через манжет, поднимем на 60 сантиметров от уровня пола. Кран тоже почему-то стоит вверх тормашками. При установке данного крана ручка, естественно, должна быть наверху для удобства перекрывания, а непосредственно резьбовое соединение смотрит вниз, и шланг тогда у нас уже аккуратненько приходит в ту точку, куда надо. Так он, естественно, зигзагом перегибается, поэтому, ну, ставить кран нужен как положено. Если уж совсем не хватает до шланга, то тогда да, так. Слив исправим, кран оставим как есть. Так, при демонтаже там или установке проверяйте на эластичность данной кольца. Это кольцо уже задервинившее, но, естественно, подлежит замене, как бы. В противном случае будет протекать часто под манжетами, они сохнут. Когда стоит переходник, уголок, то под уголками как-то нет, наверное, более герметично. В целом исправить данную ситуацию несложно, уголочек ставится, но при ремонте, конечно, не стоит совершать данную ошибку, не делать низко. Почему возвращаюсь опять к этому крану, да, как бы он стоит сейчас наверх, естественно, вот здесь он где-то вот будет с этой трубой пересекаться, как бы если он смотрелся с вертикальной буны вниз, то у меня шланг бы прошел таким вот образом, и было бы отлично сюда, все было бы аккуратно и правильно, и удобно, естественно, закрыть. Кран находится за машинкой, при необходимости его закрыть, каким образом это сделать, человек должен, не знаю, залезть под низ, под машинку. Сейчас-то еще хоть ладно, полбеды. Естественно, это должно быть сверху. Вот так место должно выглядеть изначально, как бы труба, конечно, должна конденсационно выходить немного выше. Ну, не немного, а ровно 60 сантиметров, как положено. Виталюк ставил вот такой вот план. Машинка, в принципе, довольно-таки современная еще, не такая старая. Вот опять на что обратил внимание, например, снимали транспортировочные крепления, отсутствуют заглушки. Ну, как бы, во-первых, чуть шум может быть добавится, и также пыль может попадать в комплект. У нас есть заглушки. Вот также 4 отверстия. Сейчас сюда поставлю заглушки. Ну, все, в принципе, как положено. Хотя технически они, конечно, никакой роли не играют. Там машинка будет работать что с заглушками, что без них. Но вот так как они все-таки даются нам в комплекте, почему их не установить? Это было как положено. Так, все, машинку я установил. Дизайн по DeLonghi, в принципе, мне нравится. Сборка этих машин производится в Турции. По загрузке она довольно-таки большая. Ну, прям, соответственно, все эти снимаете. Комплектация у нас есть штатный крючок для слива в раковину. Такая вот ванночка дается. Жидкий порошок, кто не знал. Пленку я оставлю, снимать не буду. Программы все по типу ткани, все указано. В принципе, на турецких, на них на всех одинаковые программы, как бы. Единственное, я заметил разницу, на некоторых написано ежедневная, на некоторых две, одна экспресс, другая быстрая. Все, другой разницы я не вижу. По функционалу здесь мне, в принципе, нравится, в ней сделано неплохо. Есть уровень пятен. То бишь это минимально, это максимально, это среднее. Также есть тип пятна, это пот, это кофе, это масло, это трава. Ну, температура само собой. Отжим есть, потом по опциям. Опция предварительной стирки, дополнительное полоскание. Обработка паром, это интенсивная стирка. Быстрая здесь стирка. Также показано потребление электроэнергии, потребление воды. Отсрочка старта есть. Ну, запуск. Как говорится, звонок. Так, здесь у нас фильтр сливной для прочистки насоса. Просто крышечка снимается и, в принципе, все. Скорее всего, мусор попал. Сейчас, что вода ржавая выходила. А вода вообще закрыта. Ну, все в порядке. Вообще вода была закрыта. Холодный наш кран. Тяжело открывался. И, в принципе, что у нас? Все работает, все стирает. Такой аппарат. Да, мне нравится, у них полноценная большая загрузка. Здесь килограмм 8, наверное, та была 7, но она в 2 раза меньше. В такой машинке по объему бак будет стирка идти гораздо качественнее. Ну, после установки, само собой, выравниваем по уровню. Как положено. Так, все, в принципе, обзор на машинку закончил. Модель это DWM7724 EI ALXE1. Алиц какая-то. Вот так вот. Дело выглядит.
Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал.